Сегодня день Конституции. В Доме правительства состоялось торжественное заседание. В нем приняли участие глава республики Егор Борисов, члены правительства, молодежь и общественность. Напомню, основной закон России был принят в 1993 году в ходе всенародного голосования. За документ проголосовало свыше 58% населения страны. Конституция была опубликована через две недели после референдума и тогда же официально вступила в силу. В честь праздника глава региона вручил паспорта ученикам столичных школ. Россия в результате этой конституции получила, прежде всего, симметричную федерацию. Все-таки те или иные полномочия или те или иные основы для Совета Российской Федерации заложены таким образом, что сегодня обеспечивается эта симметричная федерация. Мы это испытываем в течение 23 лет, когда идет попытка децентрализации, передачи полномочий и так далее. В результате Конституции мы получили федеральное собрание двумя палатами. Это тоже для нас очень важный момент. Мы сегодня понимаем, что Конституция имеет очень большую юридическую силу, притом прямого действия.